Константин в новом микрорайоне «Прохлада» проживает с прошлого года. Все это время пытается решить проблему 2000 жителей новостроек. Коллективные письма активист бережно хранит. Положительного ответа в его папке пока нет. Организовать работу общественного транспорта здесь не представляется возможным. Существующие дорожные условия не обеспечивают требуемую безопасность пассажирских перевозок. Дорога на Тимирязево со сложным рельефом. Посмотрите, пожалуйста, проезжающий мимо грузовой транспорт, большой, большегрузный. Значит, у него достаточно места и для разворота, и для сцепления. Он груженный ходит. То есть вопрос надо как-то решать кардинально. В этом районе расположилось 7 растворобетонных узлов. Большегрузы ездят круглосуточно, а ходить приходится по проезжей части. С тем, что люди подвергаются опасности, не обсуждается. Члены комиссии с жителями полностью согласны. Но дорога не соответствует требованиям ГОСТа. Отсутствует асфальтовое покрытие, а ездить по бетону пассажирам также небезопасно. Там заужения, склоны, нету бордюров, нет для людей, нету тротуаров. Ну, тут много вопросов. Сейчас это все мы посмотрим, запишем, составим акт. В итоге обследования сотрудники ГИБДД составили акт выявленных недостатков улично-дорожной сети. И к вышеперечисленным недостаткам добавили еще и проблему водоотведения. Решение, отметили представители правоохранительных органов, будет принято незамедлительно, в течение 2 дней. Инга Габеша, Борис Осин, телекомпания ФКТ.